Эй, йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. Это я, Утис Шиморо, и добро пожаловать в The Finals на релиз. Да, ребята, игрушка вышла, я занимался делами, писал для тебя другие видео. И сегодня решил все-таки снять, потому что ребята пишут мне очень много, и я хочу поиграть тоже в эту игру, посмотреть, что да как. Значит, на бетке я наиграл весь боевой пропуск, вкачал персонажей, то есть у меня получалось хорошо довольно играть. Вот, я получал удовольствие. Давай посмотрим, какие изменения у нас внесли в игру. И возможно, что это лучший шутер 2023 года на самом деле. То есть я знаю, какой будет лучший шутер 2024 года. Но тебе не скажу, может быть, ты тоже знаешь. Но 2023, скорее всего, это лучший шутер, потому что многим людям эта игра зашла. Посмотрим, как что будет, короче. Значит, не забывай мне поставить лайк, пожалуйста, если ты хочешь от меня почаще выпусков по этой игре. А мы с тобой сейчас посмотрим, побегаем, что изменилось, какие у нас будут ощущения и так далее. Поехали, поехали. Ну чё, братишечки мои, сестреночки. Первая катка после перерыва, как говорится. Тоже с новичками играем. Значит, взял газовую мину, пирогранату и гоа-гранату. Но гоа-граната мне не нужна, поэтому я возьму лучше дефибриллятор. Вот, а у меня нету туретки, да, то есть я забил, как я обычно играл с турелью. Тем не менее, давай, The Socialites, это мы. Вот, поэтому будем играть в билде, который сейчас есть у нас, стартовый такой. Погнали. Заберем вал. Первая катка, ребята, реально. Посмотрим. А что помедленнее стали бегать, да, персонажи, по-моему? У меня ощущение, что мы бежим медленнее. Я привык к другой, к другому бегу. А что с ТТК? А чё с ТТК? А чё с ТТК? Подожди. Чё-то помедленнее, во-первых, все бегают. И ощущение, что что-то... Что-то с ТТК, братан. Ну ёбни меня уже, блядь! Кнопки ты путаешь! Ёб твою медь! Братишки мои, сестренки, ставьте лайк, если тоже считаете, что хороших игр не может быть много. Да, иногда получается борщ конкретный вместо игры, но я верю, что среди вас точно найдутся толковые ребята, которые, эх, да, как закодят игру на каком-нибудь Unity. И дядя Шиморо будет про вас обзор делать. Unity вещь лютая, столько уже игр на ней замонстрячено, и его легко освоить. Даже ваша бабушка может это сделать, и потом будет зарабатывать минимум от 120к в месяц, да-да. Ну, вы-то и подавно. А чтобы стать профи в этом деле, можно обучиться с нуля на онлайн-курсе «Разработчик игр на Unity Pro» в школе Skill Factory. Весь декабрь у них действует новогоднее спецпредложение, благодаря которому стать специалистом проще. Вы можете начать учиться сейчас, а первую оплату внести только через 6 месяцев. На курсе вы будете решать много задач от реальных заказчиков, создадите 7 игр в разных жанрах и положите их в свое портфолио. А еще пройдете гарантированную стажировку от Моторики и разработаете для них прототип игры. После чего с помощью школы трудоустроитесь. Только при покупке курса в период предновогодней акции вы сможете вдобавок принять участие в командном проекте и получить еще больше опыта. Получайте от меня лютый скидон до 60%. Залетайте по ссылке в описании, пишите Шиморо и берите офигенный подарок для Нового года. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Братан! Братишка! Так, там наши. Наших жмут. У меня, по-моему, ощущение, что игра стала медленнее. Знаешь, задача, если ты не знаешь здесь, делать кэшауты, забирать бабки, ловить бабки и так далее. Тут где-то челики. Так, они сделали кэшаут, челики, да? Братишка, ты чё, блядь? Ты чё, братан, надо на кэшаут идти. Слушай, что-то поменяли вообще. Что-то поменяли вообще, как бы игра по ощущениям очень странно играется. По-моему, я медленнее стал значительно. Она была интереснее в этом плане. В плане физических... Бля, мне нечем даже подорвать кэшаут, который сверху. Там перечек идет, надо пробовать перечекать. Тут уже турели. Хорошо. Стелим, стелим, стелим. Застелил, блядь! Пацаны! Пацаны, застелил! Пацаны, стеланул! Не дайте перечекать, пацаны!
Ёбаный тушканчик реса этого. Они что делают здесь? Они вообще не на точке. Господи! Что с моей командой? Кто эти люди? Прошу прощения. Рандоме, блядь! Как у меня горит, нахуй! Их даже не было на катке, прикинь? Вы же у перечека должны быть. Перечекните, ёбаный! Пацаны! Вы пацаны или кто, блядь? Блядь, хочу доджнуть, как в СБР. Переиграл. Тихо. Перечек, блядь. А чё за турели там? А чё перечек? А, наш поинт, наш. Поинт-то наш, блядь. Мы сдали кэшек, да? Да, мы сдали кэшек. Хорошо. Надо к стрельбе немножко подпривыкнуть. Три, блядь. Давай четвертого, братик мой. Четыре, блядь. Гори, родненький, блядь. Что-то с сенсой не то. Нужно к сенсе привыкнуть. Усюка, настреляли там, а? Ребята, а вы-то что, блядь? Надо сенсу немножечко подправлять, потому что... Я, прикинь, как в СБР хочу дэшницу у себя. У меня же дэшки есть. Я на вышке бегаю, блядь, и дэшусь. Усюка. Усюка, блядь. Ладно, поехали. Следующий валт нам нужен. Обязательно его забирать. Первый кат какой-то блинкомом у нас. Что-то изменили по механике. Мне кажется, мы играем значительно медленнее, чем должны играть. У нас там минка. Понял, блядь. Так, там вал подзабирается оранжевыми. Нужно его забирать. Да, мы медленнее играем. Медленнее подкаты, медленнее абсолютно все вообще. Печалечка. Блядь, и бомбануть нечем, нахуй. Бомбануть валт здесь нечем. Братан, запортни мне, блядь, с другой стороны. Бля, как же она играется, пиздата, а? А где бабки? Кто забрал? А, бабки несут, да? Я понял. А что у нас со стульями? Стулья, типа, можно брать? Система разрушения охуенная, это Чаус Ми... Хорошо. Давайте, блядь. Пикапнем, унесем. В пизду. Пикапнем, блядь. Залезай, брат. Пикап не унесем, у нас с тобой сейчас поинт нормальный пока шаут. Кэшек у нас один, мы десятку держим, как бы. Давай, родной. Давайте, родненькие, блядь. Берите кэшек. Еще есть? Блять, там внизу. А здесь выхода больше нету, что ли, нахуй? Чё с мапкой-то, блядь? Ну, сука, блядь. Чё с мапой, блядь? Почему выхода нету? Мне что, бомбить их, что ли? Чё, мне все не нравится, что происходит. Где наши-то, блядь? Красавы, красава, бомбанул их нахуй, хуя мы нашего бомбанули. Давай, братан. Там лечит же, лечит его, стоит, ну. Ты чё, луч не... Я хуею просто, блядь. Это новички или кто? Или я новичок, блядь? Не, ну я понятно, что новичок, то есть я с бетки не играл, но тем не менее. Конечно, ты, блядь, полечишь, брат. Бля, как будто сенса быстрая.
Угу. Наши лежат, блядь. Ну и чё там, родимые, блядь? Угу. Снайпер, блядь. Хуяйпер, блядь. Чё там, пацаны, блядь? Где кэшик-то, блядь? Где бабки, нахуй? Бабки бегают у нас. Бабки бегают, ребята. Он поехал, блядь. Поехал, блядь, родимый, нахуй. Поехал кэшик наш вставлять, бля, пацаны, блядь. Охуительный пацан. Охуительный пацан. Все замедленное, медленно по тросам ездим. У меня ощущение, что что-то не так с игрой, ребята, вообще, абсолютно. Да, зацепил, зацеп есть, отлично. А я его убил. Нихуя, я уже 17 фрагов надел. Ну давайте, родимые, блядь. Да, все медленное стало. Бля, чел сразу за кэшаутом. Да добей, добей, добей его! Нахуй турель! Добей чела, ты че, гонишь? Живи, брат. Живи, 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 братан. Так, наши. Наши стилят. Можно сверху посидеть. Блядь! Блядь! Блять, не заметил! Нам пизда, они перечекают здесь поинт. Оно, конечно, горит. Ебать, я не знал, что они с крыши. Слушай, я на этой карте не играл еще. Мне абсолютно непонятно, что это за хуйня. Пока поинт наш, пока поинт наш, и он горит. Они не перечекивают. Наши все сдохли, блять. Да, перечек пошел. Нам нужно срочно не дать им перечекать. Они зашли сверху, видишь? Нам нужно будет минку поставить. Хорош. Давай. Мину ставлю. Все, мину поставил, заебись. Теперь просто сидим и чекаем позицию. Там турель ебучая. Очень медленно все. Ну пиздец, как медленно. И здесь турель ебучая, и там надо пробежать. О, сюка, блядь. Ёбаный снайпер, блядь. Хорошо, минкой я разъебал челика. Еще одного разъебал. Давай. Еще минку ебанем. Еще одна минка, и мы практически победили. Да. Победители, ребята. Первая каточка. Ай, напасть. 20 фрагов, нахуй. По-новому сделали, смотри. Интересно сделали, интересно. По-новому абсолютно все сделали, это очень хорошо. Ну, суть задачи здесь, это битва за кэшаут, да, то есть... нифига у меня комбат-поинтов. Ебать, я не играл вообще, понимаешь? Надо с сенсой немножко поработать. Нет, я боевой пропуск, кстати, взял сразу, поэтому... Давай посмотрим, что здесь вообще есть в боевом пропуске. Какие у нас здесь есть награды? Значит... Финальная награда, как я понял, вообще абсолютно непонятная. Вот это что такое? Ёб твою мать. Такой себе боевой пропуск, если честно, я не знаю. Ну, очочки нормальные, как бы. Какие-то шлема, какие-то это... Какая-то херня, если честно, непонятная. Прическа, типа... Ну, кстати, вот с такой прической можно будет боевым... Ой, ебать. Вот это мне нравится костюмчик, кстати. Пистолетик у нас здесь есть в БПшечке. Огнеметик у нас здесь есть, пистолетик и так далее. Нужно прокачиваться, зарабатывать поинты, дабы открывать всякие разные, соответственно, плюшки и штучки. А подожди, еще один момент изменений. Я не могу сразу играть в торнаменте. То есть ни в ранговом, ни не в ранговом. Что мне нужно? 11 раунд, то unlock торнамент. 11 раз мне нужно сыграть вот в этот режим игры, получается, да? Для того, чтобы получить удовольствие, получается, от него. Что у нас здесь? Вот мы один матч сыграли, одна победа. 21 убийство, 6 смертей у меня. Ой, нифига даже пишется такое. Ладно, поехали еще покатаем. В эквипменте я хочу открыть нормальные вещи, как бы. Мне нужна турелька. А вот, я могу открыть турельку. Анлочим.
Да, анблочим турельку. Я могу сразу поставить себе туретку. И мне нужно... А в принципе все, мое комбо, оно рабочее. Мина и все остальное. То есть все, что мне нужно, это поставить теперь туретку, которая будет работать. Эдит. Вот, сюда мы ставим. Я не хочу Healing Beam, я хочу Guardian Turret. Я играю через пирогранат. Гуо-граната мне только не нужна. Джампэд, сонарка, да. Берем сонарку, пирогранату, газовую мину, АКМ и Guardian Turret. То есть можно, конечно, поиграть с чем-то другим, да, открыть. Но я, наверное, поиграю пока с автоматом. Автомат меня, в принципе, более чем устраивает в этой игре. Поехали еще скатнем. Так, ребята, Skyway Stadium. Эту карту, по-моему, мы знаем. Да, но если я не ошибаюсь. Ну, судя по всему. Как бы по визуальному виду, мне кажется, я эту карту знаю. Поэтому на этой карте мы будем себя чувствовать как дома в своей тарелке. Почему это один из лучших шутеров? Ну, потому что здесь присутствует абсолютно все. Динамика, сосамика, как говорится, да, движение. Здесь хорошая графика. Здесь приятно, в принципе, все, да. Единственное, что неизвестно, как будут бороться разработчики с читерами. Потому что уже на бете читеров бегало в огромном количестве. Но это нормально, это движок Unreal Engine. Все популярные движки, они подвержены, особенно игры на популярных движках, читерству, как говорится, да. Читеры не спят, работают, соответственно, создают всякие софты, блин, чтобы ребята наслаждались, которые нубасы, и нихуя не могут без этого сделать, без читов. Это печально, конечно, возможно, читы убьют эту игру так же, как многие игры. Но, тем не менее, в Apex же всякие играют, в Warzone и так далее, несмотря на читеров. Поэтому я не знаю, какое будущее игры, но она сделана с любовью, это видно. Анимации, все-все-все прочее. Синхронизация, я не знаю, лагов нету, по крайней мере, да, никаких подгрузок, подлагов и так далее. То есть, очень много плюсов у игры, поэтому ее очень многие ждали и многие в нее играют. Я тебе показывал различные классы в игре, у меня есть ролики с беты. Если ты не видел плейлист, можешь посмотреть по The Finals. Давай посмотрим, что мы здесь сделаем. Так, нам нужен вал. Сенса какая-то у меня большеватая, надо ее уменьшать. Медленнее мы стали бегать, по-моему, с тобой, я тебе говорю по ощущениям. Хотя, может быть, это лишь мои ощущения такие, личные чувства. О, хуй, летит. И ты чё, маленький, блядь? Здесь нужно выбивать окошко. Сонарочку кинем, чтобы чекнуть противника. Газовую хуйню здесь разобью. Наши там с кем-то пиздятся. Через газ никто на меня не идет. Забираем кэшек. Надо Фовчик будет поправить, на самом деле. Блять! Ты чё, ё... Да, это пизда, ребят. Да, это пизда. Да, конечно, ты, блядь, родной. Полетел. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр, уважаемый. Я оказался поумнее, блядь. Похитрее? Да, конечно. Да, конечно, вы, блядь, родимые. Блядь! А здесь я вот потупее, нахуй, оказался, блядь. Они высоту взяли, блядь, спокойненько, и кэшаут на кэшаут сейчас закрепляться будут. Чекай, чекай там позицию, братан. Не надо меня ревайвить, забери, Валт. Что ты делаешь? Нахуй ты здесь мины расставляешь? Да, ты хочешь забрать мою эту? Бля, братан, да тебя сверху убивают! Что у меня за тиммейты? Извините, пожалуйста! Да, полечи себя, блядь, ты себя не можешь полечить! Господи, боже мой. Господи, спасите, блядь. Да челы высоту взяли, блядь, вы здесь стоите, прячетесь! Ёбаные пабгеры, блядь! Ёбаные пабгеры, нахуй! Орирую, блядь, просто сосирую, членирую, нахуй! Я не могу от тиммейтов, блядь, это просто горево. Это горение, нахуй! Мы на Б идем, блядь, ребятишки, нахуй. Я такой медленный, это пиздец, я как будто за... Они поменяли вообще абсолютно, по-моему, паттерны движения, то есть, ну, скорость передвижения у различных классов.
именно у моего класса какое-то полное говно получается по бегу и скорости движения, по моим ощущениям. Хэви, наверное, вообще нихуя не бегает теперь в игре. Здесь прикольно лифт опускать. Делаем. Делаем минку, раз. Минку, два. Они могут опустить лифт вниз. Поэтому у нас здесь есть баллон, который мы возьмем. Если что, припиздюлим. Оставлю его здесь, чтобы пробить. Даю сонар. О, заходит чел. Конечно, блядь. Ебать ты, родненький. Охуенно. Да пацаны, ну ёбаный! Господи, не хватило одного урона. А чё у нас, вайп? Вы чё гоняете, нахуй? Это что за игра, блядь? Там мины мои стоят ещё. Они не должны перечекивать просто так. А, он чела резнул своего. Сейчас пойдут забирать, блядь, бэшку. Опускается. Охуеть. Да ну нахуй. Блядь, нам нечем пробить здесь стенку. Разъебывай, разъебывай. Не дать им. Не дать им перечекать, блядь. Перечекали? Перечекали, суки. Перечекай! Перечекай, братан! У вас же тим... У вас же враг, блядь! Перечекивайте! Меня поднимай, сидишь! Ебать, это папкеры в игре! Вы чё? Ебать, ты мышкой водишь, как будто ты мартышка, нахуй! Им пизда. Их просто греной там пизданули, блядь. Но это будет наш, они перечекивают. Да, мы кэш-аут сделали. Хорошо, пойдем сейчас следующий. Да ну нахуй! Да ну нахуй, блядь. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Нужно валт брать. Они еще здесь бегают, эти гранатами закидывают. Я не понимаю, кто эти люди, блядь. Кто против меня и за меня играет. Я не знаю, какие это пабгеры, в каком пабге они, блядь, жили, нахуй, всю свою жизнь. Ни ума, ни сообразительности, нахуй, ни фантазии вообще нету людей. Надо разыграться. Не разыгранно, я тоже себя чувствую. Блять, как охуенно. Хаос, система разрушения. В СВР тоже будет. Блять, челик запизделся нахуй. Сейчас кэш заберет. Букашка. Чё там букашка, блять? Чебурашка, какашка. Букашка, леди, срокоташка. Ебать, ебать, пацаны! Ебать, вы воюете! Не-н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 е. Давай, братан, давай. Давай, давай, поехали, 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 поехали. На кэш-аут. Это пиздец. Это пиздец, нахуй. Игра стала значительно медленнее. Но это же пиздец, ребятки. Если ты сосед, и у тебя пиздец, молодой, ты красивый малец. Молодые мои пацаны. Banking on victory, the mighty just started a cash out. The kingfish are back in play. Давай, поехали. Работаем раз. Работаем два. Сейчас посмотрим Хэвика, как Хэвик играется на самом деле. Поставлю так. Сонарочку ёбну здесь. ДК
конечно, перестреляешься, блядь. Если я сейчас разыграюсь, ты вообще, блядь, меня... Не, в жизни не перестреляешь вообще. Short of a school. Ага, конечно, блядь. Чекачек хуев из села Кукуева, бля, братишка. Есть враг. Мне пизда, но я минку поставил, у меня турель есть, заебись. Минку поставил. Не, хуёво я здесь отыграл. Увидел не вовремя чела. Нахуя? Они перечекивают. Они перечекивают кэш! Да ну нахуй! Другой подошел, тот же перечекивает у него! А этот даже не знает, что у него перечекивают! Это чё? Вы чё, ёбаные? Это чисто матчи с новичками, ребята. Господи. Мне нельзя откисать, короче. Мне нельзя откисать на этих катках, нахуй. Иначе пизда рулю, ребята. От зарплатки до зарплатки я ебашу в эти катки. У меня есть поросятки охуенные, друзья. Надо хотя бы разъебать их здесь. Да ну нахуй. Да почему я такой медленный-то, ебать? Да почему мне не хватает ёбаного урона? А, сука! Нормально, нормально, пацаны, берите волт. Берите волт, нормально. Чекайте, чекайте. Молодцы, молодцы. Вы охуенные ребята, блядь. Вы охуенные сосатели членов, блядь. Давай, только валт донесите, как бы. Ты уже мины ставишь там, где мы еще валт не поставили, ты уже минки ставишь, бля, братишка, нахуй. Бля, вся надежда на меня, короче, вытаскивать. Только нам нельзя розовым давать побеждать. Это чё нахуй? А хуй где? Бля, родимые. Родимые, вы чё, блядь? Сейчас все сделаем, сейчас по красоте ебанем. Мы кэш-аут Д сейчас будем сдавать. Блять, и ни одного провода не протянуто. Ебаный свет. Сейчас дадим, сделаем кэш-аут Д. Главное его закрыть и не умирать нахуй. Редко поставлена, сверху могут зайти, ее могут опустить вниз. Он заебись. Да, конечно. Родной, блядь. Там оранжевые идут. Но оранжевые такие себе, ребята. Дам грену. Перечекаешь ты, конечно, бля, братан. Конечно, блядь, родненькие, блядь. Любите, блядь. Любите пимпоны. Наши вон пришли, ребята. Даю сонарочку сюда. Ну, родимые, блядь. Хорошо. Хорошо. Бля, надо повочку повысить, а то мне скорости не хватает. Сонарку. Давайте, пацаны, вы там держите, я тут подержу. Даю огня туда. Ну, чтобы не зачекинили. Чтобы она горела к хуям. Это очень хорошо сдерживает. Они пытаются опустить вниз. Они опускают вниз.
Забираем тут. Все, перечека нет. Даю сонарку. Это победа. Еще одна победная, блядь! Еще одна победная, блядь. Две игры, блядь, две победы, нахуй. О, сука. О, сука. Шимору, Elimination 12, 6 смертей. Давай посмотрим, как Тяжик себя чувствует, может быть, да? Взять ему минки, гранаты, может быть, Тяжика еще посмотрим с тобой. Как у нас с тобой получается. Два матча, две победы, блядь. Вот так вот, блядь, вот так вот надо. А Battle Pass как качается? Battle Pass качается достаточно медленно. А, так, Хевика, если мы берем, что мы делаем? Мы делаем стиль с боевого пропуска беты. Ставим Body Type, Face, Head Wear ему нужно обязательно поставить, тоже Face Wear. Маску нашу. Вот. Теперь мы что делаем? Выбираем его эквипмент. Точнее, edit. И здесь нам нужно что? Чардж хуевая тема. У нас есть базука, это, конечно, прикольно. Нужна вот эта штука, нужна C4. Анлочим 1000 стишку. Нам нужна C4 обязательно. Вместо баррикады, чтобы опускать оружие, соответственно, ящик вниз. Давай посмотрим еще за Хевика, как играется. Поехали. Ну что, давай посмотрим, насколько быстро или медленно бегает Хевик у нас. Насколько это интересный парень, как говорится. У нас есть РПГ, М60. И у нас есть C4 зарядик. Сейчас глянем. Игра на самом деле приятная очень, да? Вот так залетаешь на каточке, получаешь удовольствие. То есть матчи достаточно быстрые. The Steamrollers, the shock and awe, and finally, the mighty. Unleash our contestants. Погнали. Слушай, по скорости бега нормально, в принципе. Ну, нормально, потому что мы фов с тобой повысили. Я на сотку фов сделал. Фов на соточке, поэтому отлично. C4 будем опускать, если еще валты. Да ладно, родненький прилетел, блядь. У нас два хэвика, что ли? Где там ребятишки, блядь? Кто там пистолетный парень? Да кого нахуй? Стоит там с пистолетом своим, пау-пау-пау. Да кого ты там стреляешь, нахуй, родный, блядь? Да как ты заебал меня? Ну иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Ах ты, сука, там двое! И он с дэшами, блядь! Ну, сука! Там их трое! Ебать, там все лайтовики, им пизда же, нахуй! Если сейчас кэшаут поставим, им пизда, блядь. Сишка есть? Сишка есть. Нормально, хотя бы команда какая-то более-менее попалась. Все, вставляй, братан. Минок нету, правда. Но есть пирогранаты. Я сейчас опускать буду ниже. Я буду ниже опускать. Блядь, нет, это еще выше. Это еще выше. Блядь, еще выше, что ли? Нет, здесь. На уровне. Давайте, маленькие, блядь. Блядь, да ну нахуй, вкачанные челы. Ассист, отлично. Бегал в инвизе тут хуй. Да, опустили ниже. Попрыгун ебаный. У меня сишка, если что, лежит, пусть подопустить ниже. Держим поинт. Хорошо.
Отхожу, отхожу, лечусь. У нас мина там стоит внизу. Можно перезарядиться. Будут опускать еще. Они хотят опустить ниже. У них не получилось снизу хуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Вот это фраг. На мувик, блядь. А, сука. Но он не успевает. Он не успевает. Мы забираем. Отлично. Молодцы. Молодцы. Ебать там фраг вообще на мувик, блядь. Ты хорош. Давайте, пацаны, блядь. Ну зачем ты меня носишь куда-то, блядь? Ну зачем? Ну давай, ладно, рез. На, нахуй! Ой, блядь, ребята, вы сейчас пока нахуй давай пойтесь, это пиздец, надо вал забирать. Ой, блядь, любители попиздятся все вокруг, блядь. Здесь бабки надо делать, здесь надо контролировать ситуацию, вот отыгрыши, блядь. Ох, ребятюньки мои. У нас все пистолетчики хуевые из села Кукуева. Все пистолет очень сильное оружие здесь, метовое на самом деле. Ну, как бы... Не слабое. Сейчас будем вал под себя поднимать. Сейчас подберу вал себе. Наша там пиздится еще. Ебать. Пчелы хотят забрать его. Ну, скачет там с пистоля, блядь. Паркур. Пошел нахуй. Забрали ваут, отлично. Похую и до пизды, блядь. Мы не чешем борозды. Где чел? Да ну нахуй! А чё с уроном, блядь, у меня? Как будто я мартышка ебучая. А вы чё пиздитесь просто ходите? Господи. О, господи, ой, мои мальчишки. Ой, мои, у меня нервов не хватит, ребята. У меня нервов не хватит в это играть с рандомами. Это пиздец. Надо своей пачкой играть. У меня патроны, а... Охуительно, блядь. Это пиздец. Они на С пошли. А, не-не-не. Блять, да как мне в спину-то выходит? Хуй сразу! Отличный ассист. Кэш-аут внизу. Хорош. Сверху чел. На разъебченке. И сзади хуй, и сзади хуй, и сзади хуй, ребята. Прикрой, братан. Хорош. Кэш-аут уебался. Молодцы. Лестница разбита. Мне нужно под лестницей за хилочку. Потому что сейчас пизда будет. Бля, ни просветок, ни хуеток у нас нету в команде. Из-за того, что я играю... Не так, как надо играть. Ну, сука, блядь. Давай. Братан на кабане. Здесь пенка, главное не откисать. Битва за ваулт, блядь. Можем держать этот ваулт, короче. Пизду, чтобы никому не достался. Пошел нахуй. Давай. C4 set.
Нашего там пизданули, вот это вот очень плохо. Очень плохой кэш-аут на самом деле. Там газы пошли. Они перечек делают, пацаны, вы чё? Они же перечекают, блядь, вы гоните что ли? Давай, братан. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Вы гоните! Да ну, пацаны, блядь! Да ну, ёбаный театр, блядь! У нас еще есть шанс на перечек. Шанс на перечек еще есть. На нахуй! Гранаточка, блядь, я огня не успел дать, видишь? Надо было не отходить. Надо было не отходить, ребята, мне от кэш-аута. Но мы можем успеть. Мы сейчас можем последний чек сделать момент. Я нажал два раза! Это пизда. Я нажал два раза. Ебать, фейл года, нахуй. Ебать, пацаны. Прошу прощения, это мой косяк. Такой пиздос, нахуй. Пойдем чекать, брат. Отчекивать нужно, ты гонишь, что ли? Прикрой, прикрой, прикрой куполом, куполом, крой меня, блядь. Я перечекнулся! Ебучая игра! Я не могу в это играть. Я не верю в эту хуету. Я не верю в эту хуету. Я не верю в эту подзалупную конину. Я не верю в сосателей членов. Я не верю в эту мартышку ебаную. Я перечекнул. Линия дошла. Линия дошла. Я не виноват, блядь. Это был перечек. Я сидел до Талова. Я сидел в Талова, блядь. Я сидел в Талова, как... Как охуенный парень. Протекшн, блядь. А какие-то лаги, по-моему, пошли. Какая-то хуета пошла, ребята. У меня что-то лагает. Я не могу двигаться. Я идти нормально не... Да, меня... Лаги пошли, ребята, я понял. Лагает как сучку, блядь. Бля, лагает как... Как саб... Шаромыжника. Блядь, надо побеждать здесь. Надо побеждать здесь. Забирай кэш. Забирай кэш, братан. Чекаем. Нам нужен третий сейчас. Ебать лаги. Я не знаю, сколько надо ему. Берите, берите кэш. Я статуэтку чекаю. Ой, бля, какой разъёб у чел по челу. Да ну нахуй. Да ну... Да ну нахуй! Мы, блядь, просто с кэшем пройти не можем мимо. Не, ребята, это честно, честный пиздец какой-то. Это честно вам скажу, ребята, это пиздец какой-то. Это сложная игра, нахуй. Нам нужно сейчас кэш-аут отнимать обязательно. Сейчас нужно защищать поинт грамотно. Тяжеловиком, блядь, не очень мне уютно, на самом деле. Нужны обилки, нужен купол там, я не знаю, какой-нибудь. Не такой, как у чела, другой купол есть. Сейчас у меня по ощущениям как-то не дамажу я. Не дамажу и не живу, такое ощущение. Забирай. Главное жить. Главное жить сейчас. Еще один сверху! Еще один сверху!
Еще один сверху, брат. Ой, блядь, а чел упал. Вы чё, го... Вы пизданутые? Вы пизданутые, что ли, спрыгнули за ними? Вы же на поинте должны быть. Это ГГ. Это пизданутые ребята играют с нами. Они оба пошли тупо. Они тупо пошли, блядь, и выпали вниз! Я не могу так играть, блядь. Я не могу так, я не могу! Две катки было, все хорошо, а сейчас я не могу! Две пизданушки, нахуй, пошли вниз пиздиться, когда у нас поинт! Это же пизда! Улетел за ним жечь его, нахуй! Да ну нахуй! Да вы гоняете, мы отдадим розовым просто победу сейчас. Еще и розовые перечекали у оранжевых. Это ГГ. Это второе место, блядь. Эх, второе место, ребята. Две победы, одно такое вот поражение. Значит, что я могу сказать по ощущениям? Я немножко понервничал, как бы получил от этого удовольствие. А значит, что я могу сказать по каткам? Мне больше нравится сейчас играть средневеком. Легким я пока не рассматриваю, потому что хочу поиграть в турниры. Пока, наверное, покачаю среднего персонажа. Вот, потом уже с легким, с пистолетом побегаю и так далее. Средневик мне как-то не нравится ни по ощущениям, ни по дамагу, ни по всему. Я медийника не могу перестрелять, хотя у меня пулемет, тяжелое оружие, больше хп, я медленнее. А мне кажется, что игру немножко замедлили, но она также играется пиздато, как мне кажется. Вот такие дела, знаешь. Не забывай ебать мне лайк, если ты хочешь от меня The Finals, и The Finals на канале будет. Все, целую, люблю, пиши, что думаешь. Пока-пока.